В минувшее воскресенье, 7 июня, кингисеппский ТЮЗ показал маленьким зрителям свой новый спектакль. Девушки, поздравляем вас с премьерой. Спасибо. Спасибо. Спектакль свежий, спектакль новый. Неделю назад вы его выпустили. Оленька, расскажите, пожалуйста, о чем спектакль? Спектакль соответствует названию «Сказка про храбрость». Вот главный персонаж. Это тигренок Петрик. Он изначально трусишка. Ребята, ребята, чтобы мне не так страшно было, давайте вместе споем песни «Отважных тигров», а? Поможете? Да. Но при помощи своих друзей, котенка, да, он преодолел свою трусость. Иди, тигренок, без волос! Ага, хорошо, пока! Помог маме, привел доктора, обрел полоски и стал храбрецом. Мария, расскажите о вашем персонаже немножко. Это мой любимый персонаж. Тигренок Петрик. Я, правда, будущий тигр. Но я очень люблю свою маму, и я не побоялся никаких препятствий и привел доктора. Елена, расскажите о вашем персонаже. Ну, мой котенок, он немножечко был лентяем, не учил маминых уроков. Но потом понял, что это он зря. Жизнь его научила. Да. Маму надо слушать вообще-то. И учить уроки обязательно. А звуковое сопровождение к этому спектаклю взял на себя новый участник. Как вообще появилась идея писать музыку для спектакля? Кто вас вдохновил? Как вот это вот? Как вы к этому пришли? Вот это интересно. Ну, я в прошлом профессиональный музыкант, поэтому, как бы сказать, свои, ну, умения, опыт хотелось применить. Так как сейчас, собственно, групп нет, собственно, сотрудничать не с кем. Значит, ну, перенесемся на детей. Ура! Спасибо вам, ребята! Привет! Что бы вы могли пожелать тем детишкам, которые еще не видели этот спектакль? Конечно, приходите в наш театр. Вот в этом сезоне у нас в июле месяце сезон заканчивается театральный. Вот. Поэтому приходите на другие спектакли. Это обычно сказки очень поучительные и добрые, самое главное. Приходите, приводите своих детей к нам в театр. Все трусишки у нас в театре становятся храбрецами. Гры, гры. Спасибо вам большое, девушки. Спасибо. Спасибо.